обострит борьбу в нижней части турнирной таблицы. Тот вернул его на фланг. И отсюда навешивает Платенхарт. Опасно! И как сейчас не попал в створ Петр Пекарик, который бил в падении головой. Очень хорошая подача получилась у Платенхарда. Ну, подача сильная, довольно-таки. И Лакич все-таки смог отклеиться от защитника. Это был Вранчич. И пробил, но, по-моему, голенью, да, неудобно было. Или Платенхарт. О, перекладина, добивай! Гол! Лассо! 68-я минута, Валентин Штокер. Не случилось добивание. Да. Потрясающий эпизод. Что-то же должно было взорвать нашу игру. По-хорошему. По-футбольному. И не предъявишь, конечно, претензий к Лукасу Крузе. Он делал все, что мог. Но потерял мяч. И Герта получает шанс реализовать контратаку. Что делает Калу? Пробрасывает мяч мимо защитника. Есть возможность для удара. Все сделал красиво Калу. Вот он. Это его рывок. И попади сейчас в створ. Стал бы автором гола красавца. Шульц. Отлично, отлично. Калу 1-1 обыграть сможет. Калу уходит от защитника, забивает 2-0. Нет. Ну, можно уже смело начинать. Распевать различные оды хвалебные Албану Мехко, как в сторону умудрился не попасть. Пекарик. Сил все меньше остается у Падерборна, и 2-0. Нико Шульц ставит точку в матче. Или восклицательный знак, тут уж кому как удобнее. Почему бы не улыбнуться, да, повод есть. Пекарик выполнял эту шальную подачу, которая нашла своего адресата. Ну и сработала замена. Замена Паля Дардай. Он выпустил Нику Шульца на концовку. А тот своего тренера не подвел.